Новый остановочный комплекс установили на улице Чернышевского, вблизи домов 65 и 61. Это уже 10-й остановочный павильон, который появился в этом году в областной столице за счет внебюджетных средств. Подробнее об этой работе далее. Остановка появилась на месте ранее располагавшегося там комплекса с торговой точкой. Новая конструкция с элементами из ударопрочного стекла удобная и безопасная. Таких на улицах Вологды в этом году установили несколько. Всего же было смонтировано 10 новых павильонов различной конструкции на улицах Карла Маркса, Козленской, Мальцева, проспекте Победы и других. Все за счет бизнеса. Также в этом сезоне по поручению главы Вологды Евгения Шулепова был проведен ремонт 150 остановочных комплексов. Все остановки, которые принадлежат бизнесу, совмещенно с торговыми точками, они поддерживаются силами бизнеса, за этим следит отдельно административно-технический отдел. Значит, те остановки, которые не совмещены с торговыми точками, находящиеся в муниципальной собственности, они были в мае-июне отремонтированы, покрашены. Значит, работа по поддержанию их в надлежащем состоянии ведется постоянно. До конца года будут установлены еще 2 остановки. Также на улице Чернышевского и на Карла Маркса. Мария Суворова, Максим Тышковец, Вологда Портал.